господа, с вами я, ваша любимая Софирка Плей. И сегодня мы будем возвращаться в Фред энд Факин Дистел, как вы видите. И сегодня мне сказали заглянуть в Фри Плей, и я заглянула. Я потом путь пасифиста пройду, оно там сохраняется. Я пройду сама, это все. Потом, когда мы... Я вот до... До этой песни я дойду. Вот до этой песни дойду. Ну что ж, погнали! Я надеюсь, что там я... Пусть попробует сам бот, а потом уже я. Давай. Сама попробую видеть. Только плеер видит похуже. Thank you.
ничего не вижу. Офигеть! Они посмотри. О! Теперь моя очередь! Вот очередь прошла, теперь моя очередь, потому что... Ну, более волнитесь, я пройду сама, ведь это геймплей. А вдруг тут, тут нету в геймплее ничего, тут есть, тут... Вот такое тут... Музыки тоже. Вот, отключить. А теперь я попробую эту жизнь сама поиграть. Господа, держите за меня... Господа, держите за меня, пожалуйста, кулачки. Мне это очень надо. Ну что, погнали. Заходим в фриплей. Я надеюсь, что... Господа, я... Господа, я увидела, что там делать... Господа, я увидела, что там делать там бот. И я готова это повторить. Ну что, погнали. Мне страшно это проходить. Да. Ну ладно. Господа... Господа, бот за меня это даже сам прошел. Вот теперь мне теперь видно, а, да. И да, бот, он отлично справляется. Теперь мое дело повторить это все. Я надеюсь, что с тобой будет хорошо. И нервов никаких не будет. Это самое легкое. Да. Ну, мы поняли. Я с вами была ваша любимая Сырокопаевич. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, затянитесь на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Ну всем пока, увидимся в следующем видео.